В отделе по развитию территории в Афряново состоялась комиссия по вопросам задолженности жителей за жилищно-коммунальные услуги. В работе комиссии приняли участие сотрудники управления ЖКХ администрации городского округа Щелково, а также сотрудники Фряновского муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства. На комиссию пришли порядка 50 человек. Это должники, которые годами не платят за услуги ресурсоснабжающей организации. В индивидуальном порядке комиссия рассмотрела ситуацию каждого. В основном жители делились житейскими проблемами, такими как непосильная закредитованность, потеря работы. Некоторые не справились со своевременной оплатой коммунальных услуг после потери близких. Однако есть и те, кто считает, что накопление долгов останется безнаказанным. Ситуации, конечно, разные. Долги от 100 тысяч до 1,5 миллиона. То есть кто-то сразу готов был оплатить и подписали договор рассрочки, кто-то, конечно, не готов платить и, скорее всего, будут по ним приняты решения о выселении, о переселениях в меньшую площадь. Все просужены, да, то есть у всех, практически у многих заработал уже исковые заявления, да, ну как бы иски о том, что у многих уже начинают вычитать из заработной платы, из пенсии. Ну и, соответственно, если кто-то не выплачивает или нет возможности, нету, например, там ни пенсии, ни зарплаты, просто не работает, то это грозит просто переселением. Такие комиссии проводятся не только для того, чтобы привлечь должников к ответственности, но и дать понять, что, оказавшись в трудной жизненной ситуации, от которых никто не застрахован, не стоит прятаться и думать, что проблема разрешится сама собой. Необходимо идти на диалог с властью и вместе находить компромиссное решение.